Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Сегодня будет реально приятный аппетит. В общем, игрушка... Ну, не совсем, да, вон крыса упала. Заказы делать, точнее, запоминать, будем развивать память. В общем, суть такая. Вам сначала показывается рецептик, который вы должны будете повторить. Вот видите, две котлетки и два сыра. Сначала элементарно. Да, но потом будут добавляться условия дополнительные. Что там было еще? Два сыра. Все, уже я забыл на самом деле. Короче, сейчас с Мишкой будем пытаться... Да, в кооперативе. В коопе, да. А все-таки потом одна по глава хорошо, две лучше. Так, видите, здесь антураж меняется. Пошел не такой приятный аппетит. Теперь нога, рука, голова. Причем нога кривая. Нога, рука, голова и нога, по-моему, еще раз была, да. Пока легко. Пока все нормально. У нас всего 10 промахов, может быть, если что. Ого, хоккей. Так, хоккей здесь у нас. Так, внимательно. Так, блюда зубы тут, конечно, жесть. Ладно, зубы, бекон, зубы, сосиски. Так, ну, я давай. Не знаю, на это... самом деле это может этот... Харкот какой-то. Это сыр. Бекон. Так, бекон, зубы, сыр. Сосиски. Потом сосиски. И сверху все. Чего не было? Я же говорил. Стой, две сосиски. Да, сосиска еще одна была. Ай, блин, вот Мишка, один сорян, промах. Вот я ведь знал. Сорян, ладно, сорян. На отдыхе мы появились. Печенье, печенье, бутерброд, хот-дог, печенье, бутерброд. Две печенки, бутерброд, хот-дог, печенье. Так, две печенки. Две печенки. Бутерброд. Бутерброд, вот так. Хот-дог. Печенье. Печенье. Бутерброд. Бутерброд. Я, если честно, у меня сегодня память плохо работает. Юля молодец. Уже, ну, видишь, я в тот раз неправильно, невнимательно. Оригинально, на самом деле, геймплей. Это точно. Развивает память и, в принципе, есть веселье. Так, две палочки, да, вначале? По-моему, да. Рука, два чипа и два лука. Да-да-да. Так, что? Две палочки. Две палочки, потом рука, два чипа и два лука. Слушай, много как-то деталей стало уж чересчур. Слушай, а что мы? А, значит, одни палочки. Палка, это мой косяк. Ай, я почему-то подумал, слушай, что я тоже подумала, много. Что выглядели ну, как ладно, две. Ладно, мы вернулись в трюм. Или мозг. Что это такое? Мозг, рука. Рука, голова, голова. Две головы, нога. И рука. Рука. Так. Так. Запоминаем. Так, мозг. Опа, стоп. Waiter. А, просто игнорируйте его. А, ну понятно, понятно. Он будет мешаться. Рука. Блин, он что-то говорит. Голова, он голова. Он меня сбивает. Что? Давай, вроде... Голова, по-моему, да? Рука, рука, нога. Нога. Не знаю, правильно, неправильно. Что-то неправильно. Рука, нога разными местами ай, нужно блин, было поменять. Ну, ё-моё. Ладно, до седьмого раунда дошли, и неплохо. Видите, вот это условие мешается. Так, если тем более по-английски думаете, это вообще... Так, ладно. Что там между бутером? Хот-дог, бутер, пицца, печенье, леденец, пицца. Хот-дог. Стоп. Так, четвертый заказ нужно, ну, четвертую вещь так, убрать. А, значит, давай, хот-дог. Так, точно хот-дог? Хот-дог, а не да. Бутерброд, хот-дог? Нет, хот-дог. Хот-дог, бутерброд, бутер, да, бутер. А, печенье. Потом пицца была. А, стой, нет, сначала пицца, можно? Пицца. Четвертый убираем. А, значит, этот, леденец и бутер, по-моему, сверху. Да, а, только блин, пицца была на конце. Пицца, черт возьми. Молодца. Ну, были близки, мы близка, даже да. По сути о, разобрались. Во, все, пиратская похлебка, рыба, так, рыба, хлеб. Хлеб. Бекон, бекон пусть будет, рыба, рыба. Ну, в так, принципе, сейчас несложно. Опять, наверное, какие-нибудь условия дадут, нет? Условий нет. Рыба. Так, рыба. Хлеб. Хлеб, потом два раза дресня, вот это. Дресня, вот это, рыба, 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 по-моему, рыба, да. Если не ошибаюсь. Я не знаю, хлеб нужен, нет. Идеально, все правильно, перфекто. У нас 4 промаха осталось, внимательно. Так, так сыр, сыр, пончик, пончик помидора. Помидорка это точно. Сыр, ой, это котлета. О, что-то много всего. Сыр. Стоп. Так. Тоже игнорировать, хорошо. Так. Ладно, все, не, не отвлекай гуди, нас. Иди отсюда. Сыр, пончик, так. Сыр. Пончик, сыр, помидора. Так. А, вот я дальше не зеленый помню. Лист. Нет, 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 нет. Либо сыр и котлета потом опять. Я не помню. Ну давай. Короче, котлета, сыр, давай и зеленую. Фиг знает. Что ты это?
Вон, видишь, слушай, почти. Надо было без сыра. Ладно, два еще. Что у нас будет изысканно. Томатки, здесь. Томат, базилик, сыр, лепешка, наверное, какая-то. И чьи-то зеленые волосы. Так, значит. Так. Третий, четвертый вычеркиваем из нашего заказа. Так, окей, значит, томатки. Так, томат, потом базилик. Значит, третий, четвертый вычеркиваем. Вот это, значит, лепешка. Стой, не базилик был еще потом, четвертый. Смотри, томат, базилик, так томат. Третий, четвертый мы вычеркиваем. А, четвертый тоже, все, извини. И вот эти стручковую фасоль. Это зеленый перец. А, ну, все. Похоже отлично. На фасоль. Молодцы. Далеко продержались, а нам же еще нужно, как сказать, по одному. Глаз, глаз, мозг. Мозг, в принципе, человек кость, уже собирается. Глаз, уже лишнее. Голова. Ну, два не так глаза, и сложно. Мозг, кость, глаз, голова. Так, что у нас? Перевернуть заказ. Это будет непросто, но мы должны это сделать. Голова, что ли, сначала? Вверху. Два глаза, мозг, кость, глаз, голова. Голова, давай. А мне кажется, ну ладно. Глаз, так. Кость, мозг, два глаза. Ага. И что первое-то было? А, между ними было еще что-то. Два глаза. Мозг, кость, глаз, голова. Все, отправляй. Нифига не... Ого! Да! Я уже знаю, кто сегодня выиграет. Причем нам дали еще дополнительный шанс. Так, ладно. Допустим, бекон. Хлеб, крыса, хлеб. Два пойла. И дреснина, так. Ё-моё. Лишь бы без всяких. Дреснина, хлеб. Хлеб. Крыса, по-моему, крыса. Что-то два было, как крыса, будто. Крыса, так. А, крыса, потом ром был. Да. Возможно, еще хлеб и дреснина, нет? Ну, давай. Или так. Нет было хлеба, я не знаю. А-а-ай. Вот хлеба не было. Да. Слушай, причем... оно должно было поменяться. То есть один хлеб чуть-чуть все-таки был, вот практически, после крысы практически. Был. Все, вот это, походу, последний наш заход. Ё-моё, 13-й раунд. Кепка Марио. Базилик кепка. Марио. Миша, ты меня сбил! Короче, так, через один кепка, Марио. Базилик, кепка, Марио, грибы. Кепка, базилик. Так, потом кепка, грибы. Грибы, кепка. Кепка. Какая-то... А, лук. И еще, по-моему, кепка. Идеально. Все. Слушай, нет, сейчас не дали нам. Как держимся, неизвестно. Я не понимаю. Прикольная игрушка, на самом деле. Причем здесь даже мультиплеер так. есть. Так что можете с друзьями, если что, как сказать, посоревноваться по внимательности. Так, три ноги, глаз, кепка, рука, мозг. Блин, зря заболтался. Три ноги. Так, это я помню. Глаз, глаз, кепка, кепка, вон она, кепка. А, это хард, рука, мозг, все, ну ты жестишь, конечно, ё-моё, ну похоже на кепку, а всех у нас есть кепка, так, хлеб, черепаха, черепаший суп, так, это что такое, желтая фигня, дреснина, хлеб и желтая фигня, банан разрезанный, так, хлеб, да, так, хлеб, а, это деньги, монетки, потом, так, а что? Потом черепахи. Только вот я не помню. Желтая фигня, да, дреснина. Да, потом. Хлеб. Это, если что, мясо. Так. И. Еще по монеты. Нет? А, не, монеты, да, все правильно. Идеально. Всё, perfect, да что такое? Perfect. Мы молодцы. Я слушай. Думаю про одно, говорю другое. Я прям другой. В шоке над нами. Так, леденец. Так, два леденца. Вы тоже пицца, подайте запомнить. Печенье, леденец. Одновременно играем. Пойло. Ух, ё, слушай. Все, вот это снос. Так, леденец. Два леденца, потом... печенье. Нет. А, пиц... пицца. Печенье там было. Она загораживала, я помню. А, печенье, ты... леденец, там еще был. Что дальше? А, пойло еще было. Какой-то... Стой, убери вот... Нет, леденец убери, вот пойло. Леденец вроде бы. И что сверху-то было? Я вообще не помню. Давай лучше ничего не будем делать. Ну давай. О, щит. Мы с пойлом сбились. Зря убрали леденец, местами поменялись. Ай, ну вот. Ладно, неплохо. Запомнишь, 16 уровень, 10-136. Да. Так, ну, давайте теперь, я не знаю, кто будем с тобой по памяти. Ну, я даже не знаю. Хочешь ты? Ну, давай начну я. Ладно, давай, Юль, в общем, начинай, как сказать, если что, запоминать. Ты готова? Так, да. Все, поехали.
Юля, Юлин ход. Так, посмотрим. Все, рука, я не две головы, нога. Угу. Пока легко. Пока для Юли действительно Легко. Рука, две головы потом и нога. Потом была нога, нет, рука вообще-то. Ну все, молодец. Так, ты давай, если ты будешь меня путать, я тоже тебя буду путать. Так что хорошо, давай. Хорошо, хорошо. Такой челлендж, реально, помидоры, запомнить. Помидоры, стручки два, томаты, лепешка. Томаты. Да Миша! Помидоры, стручки, лепешка. Просто помимо тебя, Миш, здесь будет еще, как сказать, условия. Так что давай не отвлекай меня, ты меня сейчас вывесишь. Спокойно. Так. Две ноги, базилик. Кость. Да блин, Миш, 10. Нога. Ну, Миш, харе. Ну ладно, ты даже можешь. Просто я-то сразу проиграю, мне нужно компенсировать. А, ну да блин, кто знает. Вот как специально, он не проиграет. Отлично, вот я отвечаю. Юля, хороший, как сказать. Так, вот здесь сейчас сложнее будет. Леденец, хот-дог, пицца, леденец, леденец. Да пока ты на самом деле... Не, так, я вот даже леденец, не знаю, пробовать боюсь. Леденец, хот-дог, пицца и два леденца. А печенье? Не было там печенья. Блин. Да, перфект. Пока молодец, 11. Пятый раунд. Ну, кстати, быстро добралась до пятого раунда. Так, апельсинки, ром, апельсинки, дреснина, апельсинки, апельсинки. Так, апельсинки, ром... Так, всё. Апельсинки, ром, апельсинки, дреснина, апельсинки, апельсинки. Я надеюсь, я лишнего ничего не представляю. Хорош, хорош, я хорош. Просто поражаюсь, это, как сказать, ультра, своим мозгам. Ультра. Фу! Так, снова так, у нас нога, человечно пошла. Мозг, нога, глаз, кость, глаз. Так, нога, мозг, когда нога, когда будет уже партнер, глаз, мой нога. Помощник? Так, нога, мозг. Глаз, кость, нога... А, стоп. Глаз, нога, наверное. Я сразу понял. Да, я вот это заметил, не стал говорить. А чё я неправильно сделала? Пошла вообще неправильным путём. Нога нажми посередине. Ё-моё. Ну ладно, первая ошибка. Да, только это там сразу три ошибки. Так, стоп. Пончик, сыр, гриб, зеленое и два... Гриб. Тьфу, короче, два пончика. Кто-то сольется, опа. Поменять местами котлету и гриб. Блин, это жесть, если честно. Я знаю, как так, она была. Так, пончик. Но я промолчу. Сыр. По-моему, вот это, вот это. И, может быть, вот два пончика. Я не знаю, я не помню. Ты забыла. Ай! Грибы-то как же? Я думала, так их поменять хорошо, нужно. Хорошо. Грибы-то так... же не нужны. А ты их были. Даже не поставила. Так их и не нужно. Там в заказе нужно было, типа, он сказал, их поменять что-то местами. На котлету. А, сменить поменять, на котлету. Сменить. Все, понял. Че? Я просто, видишь, поменял неправильно, как сказать, вот зеленую фигню. Хорошо, ладно. Поставила. Что-то я не вкурю. Так. Я думал поменять местами, а их же... Все, ладно. Так, хлеб, два хлеба, ром, два рома. Да, два хлеба, два рома, селедка, ром и крыса. Так, два хлеба, два рома, селедка, ром и крыса. Так, два хлеба, два рома, селедка, ром... Крыса, и что было сверху? Хлеб, ром. Хлеб, ром, пускай будет ром, ты я не знаю. Не было, кстати. А не было? Блин! Я знал, я думаю, что. Что не сказал? Да, конечно. Я молчал специально. Так, бекон, плевки, два. И сосиски. Побольше, да. А теперь давайте что-нибудь добавьте ей там. О! Блин, я вообще ничего не помню. Сосиски поменять. Ах! Поменять надо. А, так, бекон. Два плевка. Я даже забыл, что поменять. Слушай, по-моему, что вот это, вот это, вот это и вот это вроде бы. Ого! Yes. Не дурно, не дурно. Пока, Юля, на каком раунде так, я не посмотрел. Мозг, кость, глаз, нога, мозг, глаз, голова. Обязательно, так, ребят, мозг, напишите свои результаты. Нога. Ох, хорошо ли у вас память работает? Первый и четвертый вычесть, так, пожалуйста. Мозг, так, короче, окей. Так, хорошая мозг, игра на память. Кость, глаз, значит, голову вычеркиваем. Не знаю, что там было. Так. Кто-то влип.
Не знаю. Оу, щет. Ну, вот первые два, то есть я как бы правильно, а потом вот я не помню. Ну все, давай, жми дальше. Надо на середину нажать. Окей, мой мозг, понимаешь, другим сейчас занят. Когда уже закончится хлеб, ром, селедка, дреснина, апельсинки, ром. Не, я солюсь быстро, сегодня что-то вообще. Селедка. Такс. Хлеб с селедкой сменить. Так. То есть, я только единственное не поняла, селедку вообще убрать? Так, хлеб, ром. Ты хлеб бросаешь или селедку? Селедка. Или вот здесь вместо их вообще, то есть, сменить друг на друга? Юля, или я не знаю, посмотришь. Так, ладно, попробуем, попробуем. Хорошо, хорошо. Селедка, так, дреснина, апельсинки. Там, помолчу. Ром и апельсинки, не знаю. Одну неправильно. Слушай, значит, надо было все-таки убрать. Я вот не поняла просто задание. Нужно было просто убрать, типа, селедку. Хлеб. О, главное, тогда почему. То есть всю селедку. Ну, я их просто поменяла местами. Я, ну, это не моя ошибка, я не поняла задание. Все. Ну нет, серьезно. Ладно, я тоже не совсем понял. Глаз, нога, голова, мозг, рука, нога. Голова. Так, глаз, нога, голова, мозг. Все, я, короче, сливаюсь. Вот это вообще мозг сразу просто. Блин, нет, все, я не помню. Так, глаз, нога. Тут на время нет? Нет. Глаз, нога. Голова, рука, мозг. Голова, так, мозг. Так, голова, мозг. Сейчас, глаз. Я воспроизвожу. Глаз, рука, голова, мозг. Так, нога. Блин, да! Так, пускай будет нога. Глаз, рука, голова. Блин, короче, I don't know. Так, это самое тяжелое. Короче, я не помню. Все, просто полностью. Ладно. Это жесть, это жесть. Попрошу. Сколько я продержал? 12 раундов? Да, почти как вдвоем. Я думаю, что я те 4 раунда выдержу и все. Ладно. Да, ты еще мне мешал. Так, дреснина, 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 дреснина. Все, ну здесь это мои раунды, я как сказать. Помидоры, так, сосиски, бекончик, слушай, сосиски. Вот уже, по-моему, так, да? Все нормально. Это уже не позорно. Понимаешь, это карма тебе будет. Какая карма? Так. Не карма. Так. А я ведь слух даже не говорю. Помидоры буду говорить, тоже сыр, сыр, помидоры, чтобы Юль. Так, помидоры. О, блин, ну черт. Даже не успел сообразить, что вы там набросать. Ну это ты сам потом завалишься. Мне кажется, я тоже думаю, что все пойдет потом не так, как хотелось бы. Но я постараюсь. А нога? Сейчас. Нога. Сейчас нога к лицу будет, я могу сказать. Если будешь сильно мешаться. Окей. Леденец, два бутерброда. Все. Видишь, я даже про себя просто сижу и запоминаю. И забыл, кстати. Так, пицца. Два бутера. Пицца. Пицца, 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 пицца. Слушай, я забыл. Пицца, по-моему, реально пицца, кстати. Хот-дог. Хот-дог. Черт возьми. Так и было. Я хотел тебя запутать, блин. Обратно психологии не вышло. Я просто пытался меня под сомнение поставить. Ладно, короче, я вообще... Заболтал меня. Окей, это моя задача. Такс, сейчас. Так, дреснина. Так, еще... Если не ошибаюсь. Местами попутал. Дреснины не было. А, нет, было. Я поменял просто местами. Шестой раунд. Так. У Юль 12-й, да, по-моему? Да. Так, печенье, два хлеба. Хот-дог, торт. Ну, слушай, это что-то элементарно вообще. Да просто тебе так кажется. Ну нет, серьезно. Слушай, а так, бутерброд. Леденец. Давай. Ау, щет. Да что у меня местами-то они меняются? Блин. Вот, отлично. Мажу, слушай, мажу. Неплохо, неплохо. Плохо пошел процесс. Ром, два апельсина, ром, монета, селедка. Ну, так, все. Давайте ему задание какое-нибудь. Пока нормально еще, ром, два апельсина. Да, блин, у меня что-то с мозгами. Так. Так, что-то я-то было. Знаю правильный ответ, я знаю. Ром, два апельсина,
Хлеб, монеты. Нет. Ну ладно. Ты ром забыл. Ром и монеты, а потом селедку. Слушайте, ну я говорю, это сегодня не мое. Ну ладно, восьмой раунд уже не стыдно. Уже, да, как сказать. Мне неплохо. Так, бутерброд, у нас торт, два печенья, пицца, леденец. Так, бутерброд. Я не знаю, кто так кушает вообще. Блин, я запарил. Мешать. Сменить местами пиццу. Хорошо. Так. А, помнить бы, один или два бутера было. Стой, что нужно заменить? Не сделай ту же ошибку, что и я. Да я уже, если честно, потерялся, Юлю, во всех местах. Там явно было печенье еще. Да? Спасибо большое. Но нет, я имею в виду не здесь, а где-то. Ой, там было. Ну, сейчас. Короче. Так, смотри. Я... То есть нужно было без пиццы, пиццу убрать. Пиццу вообще нужно было, да. То есть надо убрать, заменить ей. Ладно, девятый раунд, и у меня уже все, никаких шансов. Так. Мясо, ром, хлеб, две монеты, хлеб. Ну, пока мясо, просто. Ром, хлеб, две монеты, хлеб. Так, ну это легко, это легко. Мясо, он выполняет ту же задачу, что и я. Так. Так. Мясо, хлеб, две монеты. Ты кое-что забыл. Да? Такая добрая. Да, я тебе делаю подсказку сразу. И что я забыл? Так. Ром. А, да, какой ром? Ты мне специально? Нет. Серьезно? А стой, ты монет-то одну или две положил? Юля, вообще, ты хочешь сказать вот так? Юля, видишь, ты, я бы уже проиграл на самом деле. Ну ладно, я даю тебе еще шанс. Ну все, помочь, все, давай, все, давай. Сейчас я проиграю уже достойно. Все. Попробуем так. Рука, это мой голова, тебе, понимаешь, царский жест. Глаз, нога, мозг, сердце. Я уже забыл. Рука, голова, глаз. Так, сердце. Что? Нет, сердце... Да, ну ладно, мозг там, сердце. Рука. Ну, я просто... Сердце сам последний был. Все, да я и правда уже у меня... Все, ты проиграл! Ладно, я думаю, неплохо так поразминали мозги. Юля, молодец, действительно, да, показала спасибо, себя спасибо с лучшей стороны. Я надеюсь, вам игрушка тоже понравилась. Попытались тоже что-нибудь запомнить, и, может быть, у вас все получилось. На этом все. Хорошего настроения вам и пока. Всем пока!